Спрос определил предложение. Размер платы за пользование тюменскими парковками увеличился до 40 рублей в час. В Тюмень Гортрансе объясняют, мера вынужденная. К 2021 году в областной столице будет почти 6 тысяч платных парковочных мест. О неизбежных изменениях Никита Белов. Цена повысилась, а спрос не угасает. На стоянке в районе Первомайской, 20, каждый день паркуются сотни автомобилей. Алла Сафина приезжает сюда пару раз в месяц. Женщина считает платную парковку идеальным решением для таких визитов. Продолжительность парковки у меня не составляет больше 15 минут, но это очень удобно, потому что в центре с парковками очень проблематично. А дела, которые приводят меня в центр города, не требуют длительного времени нахождения в центре. А вот Виктор Бадухин из числа тех, кто оставляет здесь машину практически каждый день, потому что работает неподалеку. Молодой человек признался, что цена бьет по карману. Если честно, она и до этого била. То есть тут периодически на 5 рублей поднимали. Не удивлюсь, если она будет и 50 рублей, люди будут ставить, а деваться в принципе некуда. То есть либо тратить деньги на эвакуатор и время свое личное, то есть, ну, либо смириться с тем, что есть, по крайней мере. Это Ньюсрум ТСН, мое рабочее место. 8,5 часов, примерно столько времени мы каждый день находимся на работе, и столько же машина будет стоять на платной парковке. Умножаем это число на 40 рублей, ровно столько нужно будет заплатить за каждый час стоянки, и затем на 20 рабочих дней в месяце. В итоге мы получаем довольно серьезную сумму, 6800 рублей, столько нужно будет заплатить за месяц платной парковки. Цену подняли с 35 до 40 рублей в конце прошлой недели. Причиной послужила популярность единственных двух платных парковок в городе. На них всегда должны оставаться свободными 15% мест. В каждодневном режиме мы определяем наполняемость парковок, то есть это количество мест, которое занято, и сверяем его с тем показателем, который я уже говорил, 15%. В случае, если у нас превышает этот порог, то у нас по методике необходимо повышать цену на 5 рублей. Методику придумали в Институте транспорта. Олег Данилов и его помощники уже не первый год разрабатывают концепцию единого парковочного пространства города. Ученые подсчитали, что почти 6 тысяч мест на платных стоянках существенно улучшит ситуацию на дорогах в центре города. Реализовать задуманное планируют в 3 этапа. Закончат проект в 2021 году. Первый этап этой стратегии – это упорядочение существующего пространства. То есть на сегодня автомобили ставят где хотят, как хотят и настолько, насколько хотят. Это неправильно, потому что это мешает людям жить. Работы по созданию единого парковочного пространства в Тюмени начнутся уже в этом году. В ближайшем будущем две стоянки на набережной станут платными. Здесь совсем скоро установят паркоматы. Никита Белов, Алексей Гринко. Тюменское время.